Всем привет, с вами Топчик ТВ. Сегодня мы будем делать ромашку. Для нашей ромашки нам понадобится желтый картон, ножницы, клей и ватные диски. Для начала нам надо нарисовать кружок. Сейчас берем ножницы и вырезаем этот кружок. Вот я вырезала кружочек. Режем ножницы и начинаем клеить. Вот мы его приклеили. Теперь берем ватный диск и приклеим его лепесточек. Много дисков брать не надо, просто оторвем маленечко. Такая ромашка у нас получилась. Очень даже красивая. Такую ромашку вы можете сделать своими руками. Всем пока. С вами был Топчик ТВ. Желаю сделать хорошую ромашку. Сейчас мы это все обрежем по краешку. И запомните. Быть с ножницами надо очень осторожно. Вот мы вырезали ромашку по кругу. Вот такая она красиво получилась. Лепесточки очень мягкие и очень классные. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока! I got broads in the London, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going on.